Доброе утро! Сегодня мы продолжаем наш урок о книге Мордехая Казаса «Туфта». Это катехизис своего рода. И прошлый урок, на прошлом уроке я анонсировал два вопроса, но по ошибке я, значит, разобрал только 15 вопрос. Таким образом, я пропустил 14 вопрос, поэтому мы начнем сегодня с 14 вопроса, который я пропустил. И потом перейдем сразу на 16 вопрос. Таким образом мы компенсируем то, что я упустил в прошлый раз. Итак, мы начинаем. И, как я сказал, мы начнем сегодня с 14 вопроса. Да? 14 вопрос. Немножко пройдем назад. Значит, здесь начинается вот таким образом. Шейла Юддалет, 14 вопрос. Исраэль Айлары, в Еллары, гюнеш хесабы илен мудыр, йокса елтыс хесабы илен мудыр севле. Календарь, да, календарь Израиля, или месяца Израиля, Исраэль Айлары, месяца Израиля, в Еллары, а также года Израиля. Как они считаются? Гюнешки сабы и лен мадыр по солнечному календарю. Йокса елдысхи сабы и лен мадыр севле. Или по лунному календарю. Как я уже говорил на прошлом уроке, луна считается звездой, и поэтому в этом тексте, ну, в карамейском, да, в карамейском языке, и поэтому здесь, когда мы говорим о лунном календаре, упоминается Йилдыз Хисабыйлен, то есть как бы звездный календарь, если дословно переводить, но имеется в виду, конечно, лунный календарь. И здесь же следует ответ Тешува. Исраэль Айлары Йилдызын Юридугине Гюредер. То есть календарь Израиля, месяца Израиля следует по порядку лунному порядку, написано звездному порядку, но имеется в виду порядку лунного месяца. Йиллары эрич Исраэль мин хекумене гюредер. Тем не менее, года, то есть года израильского календаря считаются по порядку, земледельческому порядку эрич Исраэль, да, то есть по порядку земли Израиля, священности земли Израиля. Эгер Адар айнин сонуна арфа башкускан гюрэнсэ, нисан айнин он бешене дахи, удуп емие оладжак, гиби олса, о елны, он ки айдан идерлер. Эгер адар айнин сонуна арфа башкускан гюрэнсэ, то есть если в конце месяца Адар, это 12 месяц, да, календаря, появится зрелый ячмень. Ячмень – это арпа,
Башкускан это в состоянии зрелости, да, когда колосья наливаются уже зернами. Гюрюнце это если будет замечен. Значит, если будет в конце месяца Адара замечен зрелый ячмень, имеется в виду в земле Израиля, Нисан айнен он бешине дахи удуб ямье оладжак. То есть, таким образом, что к 15 числу он бешине дахи, к 15 числу удуб ямье оладжак, то есть он достигнет состояния зрелости, таким образом, чтобы он был пригоден в пищу, ямье оладжак, еби олса, о елны он эки айдан и дерлер. Этот год сделают тогда простым годом, который состоит из 12 месяцев. То есть с чем это связано? Дело в том, что в Торе первый месяц календаря израильского называется Авив. И что такое Авив? Авив это состояние колосьев ячмень и ячменя. Значит, когда эти колосья уже набиваются зернами, но эти зерна как бы еще находятся в таком рыхлом состоянии, то есть эти зерна должны поспеть к 15 числа месяца Нисана, таким образом, чтобы можно было их обжарить и съесть, да? То есть, в принципе, это предназначено к Ганафат Гаомер, да? То есть, эти колосья, они должны быть готовы к обряду Ганафата Омер, то есть вознесение первой жатвы. Омер – это жатва, первая жатва, поскольку в неделю, да, в воскресенье, посреди пасхальной недели, существует такой порядок Ганафат Омер, то есть вознесение новой жатвы, когда из ячменя приносят зрелые колосья, поджаренные на огне. И эти колосья, они приносятся когену, который, значит, должен их съесть, да, то есть эти жареные колосья. И, значит, поэтому это состояние ячменя должно быть в почти готовом виде, так, чтобы к 15 числу месяца Нисана эти колосья были готовы. Ну, то есть, как бы считается, этот год считается по состоянию зрелого ячменя в Израиле, да, в священной земле. И это как бы, это обычай, который, это не обычай, это, в принципе, заповедь, которая написана в Торе. То есть, в Торе написано, что месяц Авив, он первый месяц, и, как я сказал уже, Авив – это состояние зрелого ячменя, так оно называется. Тора. Йок Гюрин Месе, он уч айдан и дерлер. То есть, если состояние ячменя не будет в готовом виде, в таком виде, как мы говорили, то тогда добавляется 13-й добавочный месяц, да, и тогда предыдущий год будет состоять из 13 месяцев. То есть он будет высокосный. Айла ренен ады тишре хишван кислев тевет шиват адар ваадар нисан ияр сиван тамуз ав элуль. Здесь упоминаются названия месяцев в Израиле. Айла ренен ады, да, то есть название месяца Израиля. Начинается здесь месяц Тишре, Тишре, Хишван, Кислев, Тевет, Шиват, Адар, Ваадар, Нисан, Ияр, Сиван, Тамуз, Ав, Элуль. То есть здесь упомянуто 13 названий месяцев, включая добавочный месяц Ваадар. Авив Горин Меген Елда Адарны Эки и Дерлер. То есть значит, когда Авив не появляется, в таком году добавляют еще добавочный месяц Адар, да? Адарны Эки и Дерлер. То есть
делаю два раза в месяц Адар. О айга Адар Шени Яхуд ва Адар Дерлер. Этот 13 месяц называется второй Адар или ва Адар. Ве Исраэль Елларнин Баши Эки Дюрдудер. У Израиля есть два начала года, то есть два новых года. Бери Тора, айларнин хайсабыны, сайдикта, нисандан, башлаб, саил. Одно название года начинается по месяцам Торы, да? Тора, айларнин хайсабы, по месяцам Торы, сайдикта, и оно считается с месяца Нисана. Так, ходыш решен, значит, таким образом считают первый месяц, второй месяц, то есть, когда считают по месяцам Торы с месяца Нисана, то считают порядковым числом месяца. То есть, у нас есть ходыш решен, ходыш шини, первый месяц, второй месяц, ходыш шелиши, третий месяц, сыра и лен саир. То есть, по порядку считают просто порядковым числом месяца. Это когда мы считаем с месяца Нисана, то тогда считают по порядковому числу месяца. Лакин елларнин хесабын сайдикта. Но когда считают года, которые, как мы уже указывали, они идут по от месяца Тишре, и это года по Шемита в Ювелим, то есть вот эти вот 50-й год, да, и 7-й год, 7-й год называется Шемита, Ювел называется 50-й год, и эти Шемита в Ювел, 7-й или 50-й год, они считаются от месяца Тишре. И поэтому есть у нас как бы два начала года. Один по Торе, когда мы считаем от месяца Нисана, и второе начало года это по годам от Шемита в Ювелим. Значит, как мы уже написали, Хесабын Сайдекта, Яне Шемита Ювель Хесабында. То есть по счету от Шемита, от годов Шемита и Ювелим, значит, тогда считался Тишре Ден, с месяца Тишре, Саирлар, Вехахамлар, Мизда, Елларнин, Башин, Тишреден, Саирлар. И наши мудрецы считают начало года, значит, числовое начало года от месяца Тишре. Онунучун, Теруа, Муадина, Рош, Ашана, Дейрлер. Поэтому праздник Йом Теруа, праздник возглашения, он считается началом года. Роша Шана, называется Роша Шана, то есть началом года. Значит, мы здесь восполнили пробел, который образовался. Я сказал, что на прошлом уроке я пропустил 14 вопрос, сейчас мы его разобрали. И сейчас мы переходим сразу к 16 вопросу. 15 мы разобрали на прошлом уроке. И переходим сразу к 16 вопросу. Шейла Ютвав. Исраэльмин ай гюнлери хангидер севле. Ии гюнлери. Ии гюнлери не ай, а ии гюнлери. Следует отличать от слова ай, когда пишется с айн, это месяц, ай. А ии это пишется с буквой алиф. Да? То есть 16 вопрос, какие праздники есть в народе Израиля, расскажи. Тешува, хер хафтада, бир гюн кадоштир, шаббат гюндер. В каждой неделе есть священный день, да, праздничный священный день, и этот днем, этот день, это субботний день, день субботы. Зира хафта еди гюн дендер, алты гюн хизмет этмие, изын верди, потому что в 6 дней недели Господь
разрешил нам совершать любую работу. Еденжигину бир иш ишлеме, ишлеме о гюну рахат ол кадош гюндир шаббат дут деди. Седьмой же день никакой работы не должно делаться. Бир иш ишлеме, никакой работы не должно делаться. Огину рахат, это день отдыха, ол кадош гюндер, это день святой день, шаббат дут пери, написано, соблюдай день свят, субботний. Зира Алла Та'аля дуньяны йоктан ва этикте, потому что Господь, когда Он создавал мир в шесть дней недели, из ничего, в существо. Алты гунде текмил эти еденжи гюн тинш олды. То есть, когда он создавал, он создал эти, он создал этот мир точно в шесть дней недели. И в день седьмой он почил. Да? Тинш олды шават ваинафаш. О гюнны Айруксы эти, этот день он сделал святым. Огюне бираха койду, этот день он положил благословение. Онунучун севгили кулу Авраам авину нин, зираи бини Исраэль халкина махсус эти. И поэтому он сделал этот день специальным для потомство Авину Авраам, да, для потомства праотца нашего Авраама, Моше Раббену Алав Ашалом Нин Эли Илен Исраэль Ге Симар Лады. Он, значит, заповедовал через Моше, через Моисея, вероучителя нашего, да будет с ним мир, для народа Израиля, чтобы был он уставом и знамением борч и долгом борч и ты, и чтобы он был религиозным, религиозным долгом соблюдать его. Ва'алла та'аля илен Исраэль арасина нишан ве шерт эти. Значит, этот день был положен Израилю знамением, знамением и союзом с народом Израиля. Исраэль олан кимсе шаббат дут маси илен Алла та'аланин севгили кулу олдугуна нишандер. Значит, те, кто из Израиля, они должны соблюдать день субботний, и тем самым они будут уподоблены Авраам, праотцу нашему Аврааму, который был возлюбленным рабом Бога. Да? То есть те из Израиля, которые соблюдают день субботний, они становятся возлюбленными Господа, так как был праотец наш Авраам. «Ононучун олгюну тефилла тихинна тора окумалы». Поэтому в этот день мы должны молиться, тефилла, это значит молитва, тефинна, это значит тоже как бы, как и тефилла, то есть молитва, просьба, тора акумалы, и нужно читать Тору в этот день. То есть, что в принципе мы должны делать в этот день, если нам нельзя работать, мы должны в этот день молиться, изучать Тору, ген мили кушан малы, одеваться красиво и предпоясываться и одеваться красиво, в красивые одежды. То есть мы должны идти в киноса, красиво одевшись, да, красиво одевшись. Емили и чмили, мы должны в этот день кушать и пить избранную еду и избранные напитки. Бунлардан башка бир гайры бюрлю иш вехизмет ве бош гезмек ве бош лакрды этмек джеиз де гиддер. То есть в этот день, в субботний день,
мы не можем, запрещено заниматься любыми другими делами или занятиями, или даже просто, божий знак, просто гулять, то есть совершать какие-то экскурсии или прогулки, или даже просто говорить Бош лакарды, это как бы пустой разговор, да, вести какие-то пустые разговоры, значит, в этот день запрещено. Ведахи емеде, ичмеде, гиин меде, кушан мада, темизликте гайры, гюндерден, фарк эти, рахат лидер. То есть, в принципе, вот этот день, он отличителен от любого другого дня недели тем, что в этот день, как мы говорили уже выше, мы должны вкусно кушать и пить, одеваться красиво, с тем, чтобы идти, одевать красивые, чистые, да, чистые, темизликте, чистые одежды, и в этом идти в киноса. Гайргендерден факети рахатлидер. И этим он отличается, этот день. Факети, это значит отличаться. И рахатлидер, день отдыха. Этим называется этот день, день отдыха. И тем он отличается от любого другого дня недели. Песах Нисан Айнен Ондур. Теперь мы рассматриваем названия праздников, да, так как они идут от первого месяца по Торе, то есть от месяца Нисана, как мы уже говорили, эти месяца идут по порядковому числу. Первый месяц это Нисан, и поэтому первый праздник здесь упомянут Песах, да, Песах. Нисан Айнин он, Нисан Айнин он дурдунжи гюну, кен он дурдунжи гюну, это 14-й день месяца Нисана. Ханеш деген шей калдыр мамалы, дюбедуз джой малы. Значит, всякий хамеч, хамеч это всякое явство, которое содержит в себе дрожжи, или, значит, хлеб, который включает в себя дрожжи, то есть кислое тесто, значит, все это кислое тесто и дрожжи, все, что на этом было основано, всякая еда, которая это, в себе это содержит, оно должно быть уничтожено до наступления Песаха. Эвенде ве хокюмю гечен мюлькунде Бирдюрлю хамеш деген ши болун мамалы. То есть в нашем доме, в нашей квартире и все, что находится в нашей власти, хокюмю гечен мюлькунде, то есть все, что принадлежит нам, то есть все наши владения, включая даже какие-то сараи или какие-то махсан, да, что это будет махсан, или склада какие-то, которые даже не находятся в нашей квартире, но они находятся в нашем владении, то есть они по закону принадлежат нам, мы должны оттуда уничтожить все, что называется хамеш, да, хамеш, все должно быть уничтожено из наших владений. Ведахи генди милькюнде тут маиб гойга веруб Таклат мамалы. И даже то, что не находится в нашем владении, то есть запрещено давать на хранение гою, то есть не еврею, этот хамеш. Ну, тут как бы почему, в общем-то, это написано, потому что у раввинистов есть такой обычай продавать хамец, который принадлежит еврею, не еврею, то есть гою. И каждый раз, когда вот перед Песахом тут в Израиле стоят прямо такие столики, и, значит, подзывают себе, говорят, вот, давай, продавай нам свой хамец. И что они потом с этим делают? Они как бы официально на бумагах
продают этот хамец гою, да, не еврею. Но в принципе те, кто продает этот хамец, он у них остается в доме, то есть они как бы не уничтожают этот хамец, и он у них остается в доме, но как бы на бумагах он переходит во владение, во временное пользование к нееврею. И то есть как бы этим раввинисты пытаются хитростью как бы обойти этот закон, что хамец должен быть удален из дома, из наших владений. То есть тем самым они как бы пытаются обойти закон Торы. Теперь мы изучаем то, из чего состоит хамеч. Хамеч дедигемиз алты дюрлю шейден олор. То есть хамеч состоит из шести видов злаковых. Богдай, это пшеница, да, арпа, ячмень, чавдар, овес, йолап, так, сейчас я немножко должен посмотреть, сейчас одну минуту. Юлав, овес, капалы, что такое капалы, сейчас посмотрим капалы. Капалы это, что еще у нас есть? Капалы. Так мы говорим уже, you love, это, что мы сказали, рожь, да? Капалы, гречка. Пары это полба. Вот эти вот шесть видов злаковых, они, то, что сделано из них, будет являться, собственно, хамеч. Богда, бунлар, бун, кем, бог, сейчас, бунлад, бунлада, не вакит, да, бунлада, не вакит сувдегерисе, о вакит хамеч сайлер. То есть, в том случае, когда на эти шесть видов злаковых попадает вода, это будет называться хамеч. То есть, вот эти вот шесть видов злаковых, которых мы упомянули наверху, если на них попадает вода, то они уже будут считаться хамеч, то есть кислым, кислым тестом. Бунлардан олган хамеч, хамечный джоймак борчтер. То есть, когда, если на эти шесть видовых злаковых попадет вода, и они станут хамечем, то их надо уничтожать перед заходом Песаха. Бунлардан башка гайры шейден хамеч олмаз. Кроме этих шести видов злаковых, больше ничего не станет, не будет называться хамечем. То есть то, что сделано из этих шести злаковых, только это будет считаться хамечем, все остальное хамечем не считается. Венисаннин он бешинжигину агамачодыр. То есть 15-й месяц, 15-й день месяца Нисан называется Хаг ха-Мачот, праздником опресников. Моэддир шаббат гиби бир дюрлюши ишлемек джеиз дегильдер. То есть это считается праздником Господа, и как и в шаббат, любая работа в этот день запрещена, кроме и приготовления пищи. Салт емек, пищериб емек джеиздер. То есть только приготовление пищи в этот день разрешено. Ве матча емели, и в этот день нужно, значит, употреблять в пищу вместо хлеба матча. То есть матча это пресный хлеб. Яни пек Аятлан мыш, зехреден, темиз де гермеде, он унчик мели. То есть очень чисто, соблюдая чистоту, пек аятлан мыш, зехреден, темиз, то есть удаляя все зерна, которые могли быть
повреждены водой. Нужно все это тщательно, значит, очистить все зерна. Зехреденте мист. То есть сначала очищают все эти зерна пшеницы от поврежденных водой. Дегермеде ун чекмели. И потом это все в чистоте перемалывается в муку. То есть перемалывается в муку. Демис сагута хамур басып кюгюне тез яг биршей оймак юфка кемеш гиби япып чабук пишермели хамеш олмасын. Значит, и после этого в чистой посуде замешивается тесто. Кюне тез ях бир шей кой маип. И, значит, укладывается это тесто в противень без масла. Ювка кюмеч гиби япып. Значит, раскатывается тонко раскатывается тесто, и очень быстро это тесто закладывается в духовку и очень быстро выпекается, чтобы это тесто не окислилось во время приготовления. Ве буайнин егерми беренже гюнанин ахшамы надек. И этот праздник считается до 21 числа этого месяца. Хамеш емемели салт мача пишерип хамеш олмаян емеклер илден емели. То есть все эти дни в течение этой недели нужно есть только, употреблять пищу только мача, только пресный хлеб. И запрещено употреблять в пищу хамеш. То есть все вот эти продукты, которые состоят из шести видов злаковых и дрожжей, все это запрещено употреблять. Употреблять в пищу только моча, только пресный хлеб. Следующий праздник, который здесь упомянут, это сефира. Сефира, бебу, то есть счет. Счет 50 дней. Вебу хак хамачотнин еди гюнинин ханги синде шаббат эртеси йом алиф лешагуа олурса огюнден башлав сеймалы сефира эли гюнедек. Значит, во время семи дней вот эти вот еди гюнин ханги синде воскресенье Шаббат и РТС – это воскресенье, день, который следующий после Шаббата. С воскресенья посреди пасхальной недели, с Йом Алифа, то есть с первого дня недели, мы должны отсчитать 50 дней. Да, это называется Сефира. То есть мы считаем, начинаем отсчет, продолжаем. Итак, мы сказали, что Пятидесятница начинается с первого дня недели, посреди пасхальной недели. Следующий праздник, который здесь упоминается, называется Ачерет. Шви'и Ачерет. Да, Зайн, от Зайн, буква Зайн, это значит 7, да, 7, это седьмой день, Ачерет. О Айнен Егерми Беринджи Гюню. То есть это 21 день месяца Нисан, Шаббат гиви бир дюрлю иш лемек джеиз дегиль. То есть, как и в Шаббат, в этот день праздничный запрещено делать любую работу. Дегильдер, салт емек пишерип емек джеиздер. То есть, кроме того, чтобы можно и приготавливать пищу в этот день, праздничную пищу, которую предназначена только для этого праздника. Итак, следующий праздник, который здесь упомянут, это Матан Тора. Матан Тора Эльдинджи Гену Дек Хага Шавуоддер, то есть 50-й день, мы начинали считать 50 дней с воскресенья по своей пасхальной неделе, вот 50-й день этого счета, он и называется Матан Тора. Моэддер иш ишлемек олмаз,
как и другие праздники, это в этот праздник запрещено сделать любую работу. Бирдюрлю джиис дегильдер емек пишериф емеден гайры. То есть в этот праздник разрешено только приготавливать пищу для этого праздника. Любая другая работа запрещена в этот праздник, как и любой другой праздник. Теруа Муады. Следующий праздник это Йом Теруа, день провозглашения. Ишри Айнин и Птидеки Гюну. Это первый день месяца Тишре. Йом Теруадер Моэдер. И Йом Теруа считается Моэдом. Моэд это праздник религиозный. Потеки Моадлер Гипи. Он гюн тешувага хайт малы оруч тутуп кунахлары эгле эгле меам анламалы анламалы. То есть начиная с этого дня начинается 10 дней покаяния, в которые нужно поститься и выпрашивать прощения за свои грехи. Ну, как бы это день считается дни покаяния, 10 дней покаяния. И эти дни мы читаем селихот в киноса, встаем ночью. Это я как бы для себя, от себя уже выполняю, да? Ночью мы встаем и в 4 часа ночи начинаем читать селихот в киноса все эти 10 дней. Следующий день, который здесь упомянут, праздничный день, это Йом-Кипур. Йом-Кипур – праздник покаяния или день покаяния. Онон-Джи-Гюню-Кипур – 10-й день месяца Тишре, называется Кипур. Шаббат-Умоэдер – этот день считается и субботой, и праздником. Дебир-Дюрлю-Иш-Иш-Лемек-Джеиз-Дегильдер. Всякая работа в этот день запрещена. Ведахи емек ичмек ве тютемек ве бирше кокламак же езды гильдер. В этот день запрещено кушать, пить, курить и нюхать разные, то есть нюхательные вещества запрещено. Ве он декузенжи гюну Он до кузенжи, сейчас они, айны, кен айны, он до кузенжи гюну, гюн конмадан эвел, да, то есть перед заходом солнца в 9-й день месяца Тишре, име кемели бирдахи, он унжу гюну, яне кипур гюну, елдизлар гюрюнун жедек. То есть, начиная с временем перед заходом солнца в 9-й день месяца и до того, как появятся звезды на небе в 10-й день вечером, значит, как бы тут больше 24-25 часов где-то приблизительно нужно держать пост. Оруч дут малы, но нужно держать пост. Значит, весь этот день нужно проводить в молитве и в покаянии. Нужно читать специальные для этого молитвы, которые называются Таханун и Селиха. Это молитвы, в которых мы просим прощения у Бога за наши грехи. Зира о гюну Алла Таалянин Исраэльге. Гунахларин Багышламая Эхсан Эттеги Гюнудер. Потому что в этот день Господь установил специальный день для того, чтобы прощать нам наши грехи. Гунахларин Багышламая, это прощать грехи. Эхсан Эттеги Гюнудер, то есть специально уроченный для этого день. Нечики Язылгантыр и Ушбу Гюнде. Капара этер устунизге, аруф этме сизны, барча языкларын издан,
Алтына Адонанин Аруф Болувсис. То есть это приводится здесь цитата из Танаха, которая говорит о том, что «Ки байом газе, ки ушбу гюнде, капара этер юстюнезге, и хапер алехем, просит вам ваши грехи, аруф итме сизны, детагер этхем, для того, чтобы очистить вас, барча языклары низдан, от всех ваших грехов, миколь хаттотехем, алтына адонай нын, лифне адонай аруф болурсис, летагер этхем». То есть вы будете чисты перед Господом вашим после того, как вы будете поститься в этот день. Следующий праздник, упомянутый день, это Сукка, Муады. Сукка, то есть праздник Кущи, да, Кущи или Суккот. Это шалаши, которые специально строятся в этот день. Тишренин он дурдун жигену, тал де караджак бутаклары, ве ии агачлар, агачларнын бутакларын, мевалары илен, гетерип сукка япмалы, эргез азбарында, яхуд бахчасында, ве кенаса азбарында, япуп хадырламалы. То есть, что имеется в виду здесь? Тишренин он дурдунжи гюну, в 14 день месяца Тишре, тал ве караджак бутаклары, нужно брать ветки, ветки ивы, ивы и значит, тамар, как называется, тамар, и пальмовые, пальмовые и ивовые ветки, а также любые хорошие ветки и агачлар, любые хорошие ветки плодовых деревьев, бутакларын мивалары, мива это фрукты, вместе с фруктами, гетерип сукка япмалы, нужно эти ветки приносить и делать из них сукка, то есть куща или шалашик такой. Гергез азбарында, каждый должен делать такие шалаши у себя во дворе, яхуд бахча сында или в саду, ве кенеса азбарында, а также в дворе кенеса, япуп хадыр мама хадыр ламалы. То есть нужно приготавливать такие вот супки в этих местах. Айнин он бешинжи гюну хага суккодыр. Этот хага суккот, праздник суккот, выпадает на 15-й день месяца. Иш ишлеми мели муэдыр. Емек пишир меден хайры. То есть, кроме приготовления пищи, любая работа в этот день запрещена. Ве еды гюне дек суккада отурмалы. Все эти 7 дней нужно находиться в сукке. Онда емели, онда ичмели. Там нужно принимать пищу, там нужно принимать напитки. Онда якмалы, там нужно лежать. Аллах Та'аляха Бераха Вермили, там нужно благословлять Всевышнего, Шукюрет Мили, воздавлять ему хлаву, славу, и Аллах Та'аля Исраэльни, Ябанда Кыркил Гездериб Куруду, поскольку Господь охранял народ Израиля 40 дней в пустыне, когда они находились, Куруду гюн акылна гетермили. И все это нужно вспоминать в течение этого праздника, когда мы находимся в Сукке. Ве эвледа машиах гельдикте Исраэль шехина сынын алтына алып куруя джак дер ве эзиз 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 лене джектер. То есть Господь также сделает это чудо и в последние дни, то есть когда придет Мессия, Господь также избавит народ Израиля, приведет их в святую землю
покровом святой Шехины, да, то есть покровом святого провидения Господнего. Значит, он нас также будет охранять, как и охранял в эти 40 лет в пустыне и под святым этим покровом. Он приведет народ Израиля обратно в землю Израиля в годы Мессии. Симхат Тора, следующий праздник, который здесь упомянут, это Симхат Тора. О бу айнын егерми экин жигину, это 22-й день этого месяца. Шемини Ачеред Дир Моэд Дир, и он называется Шемини Ачеред, является праздником Господа. Иш, иш лемек джеиз дегид дир, в этот день запрещена всякая работа, емек пищи рыб, емеден хайры, кроме приготовления пищи. Ве бугюну симхат торадир, этот день также называется праздником радования Торы, симхат тора это радование Торы. Вебу яздыр мыз моэд лерде, ве шаббат ларда, малхут зиманэнда, мигдаш олдыкта, мусав курбан гетирир эдилер. В этот праздник, как и в другие праздничные дни, когда было царство Израиля, в дни царствования Израиля, то есть тогда, когда был святой храм, в эти дни в святой храм приносилось дополнительное жертвоприношение, которое называется Мусав Курбан. Шимди Вавонот Галута, Вавонот Галута, Курбан Гетирмек, Эли Мизден Гельмеир. Сегодня, поскольку мы находимся в изгнании, в Галуте, мы не можем приносить жертвоприношения. Ону Нучун Хахамларен Миз, Тефилла Ларин, Узаттылар. По этой причине наши мудрецы удлинили молитвы Сидур Ларда, которые находятся в наших сидурах, молитвенных книгах. Белли Сидур Ларда Беллидер. Это все известно и расписано в наших сидурах, молитвенных книгах. Бегер Ай Башларинда Хол Гюнлеринде Фарк Эппирдилер Ветефилла Ларда Фарк Лидер. То есть эти праздничные молитвы, они установлены отдельно от ежедневных молитв, то от обычных дней. И все это расписано и известно в наших молитвенных книгах. И последний праздник, который здесь упомянут, это Пурим. Пурим бун лардан медде Мордехай хачадик эстер хаммалканин гюнинде. Значит, это праздник установлен в память Мордехая, праведника Мордехая и цариц Эстер, в дни которых произошло это событие. Он ларнин, гюнинде а он ларнин, эли илен Исраэльга, олган тешуа учун. В эти дни было совершено спасение народу Израилю. Аддар айнин он дурдунжи, он бешинжи гюну. Все это происходило в 14 и 15 дни месяца Адара, 12 года календарного года. Пурим дир емели и чмели. В этот праздник Пурим нужно пить и есть. Симха висасон и тмели, нужно веселиться и радоваться. Аллах та'аляга шукюр и тмели, нужно воздавать славу Всевышнему. Шевах пермели, мигилат эстер окумалы. И нужно читать книгу Эстер, книгу Эсфир, как бы в русской транскрипции. Да? Так, ну еще, значит, здесь упоминаются также посты, да, оручлар, это посты. Иерушалимнин ве бет амигдашнин хараблыги учун. Эти посты установлены в память о разрушении Иерусалима и святого храма. Оле бавель теэним атовот фарз этиклери дорт айлары уручлары дутмалы. Значит, эти посты установлены нашими праотцами, когда они находились в
в Вавилоне, то есть эти израильтяне, которые были взяты в плен, в вавилонский плен, они назывались Атеним Гатовот, добрые смоковницы, и это пленные царя Ихонии, да, потому что плен царя Циткиягу, они называются дурные смоковницы, а это имеется в виду именно добрые смоковницы плен царя Ихонии. Парс этиклери дорт айлары. Значит, эти посты установлены в 4 месяца года. Оручлары дут малы, в эти дни нужно держать пост. Онлар бунларды. И сейчас, значит, есть, мы их упомянем. Тамуз айнин докузин джигюну. В месяц Тамуз, это 9-й день месяца Тамуз, а вайнин единджи гюну в онунджи гюну, в месяц Ав, 5-й месяц, это 7-е и 10-го, 10-е число месяца Ав, тишре айнин егерми дурдунджи гюну, в месяц Тишре, это 24-й день месяца Тишре. И я добавлю от себя, что этот пост называется месяц Гидалии. Тевет айнин онунджигюну, в месяц Тевет, 10 месяц, 10 число месяца Тевета. Бугюн лерде, оруч дут малы, сынек малы, ирушлемнин, вебет михамикдашнин, араф олдугуну, акылна гетирмели. Значит, в эти дни нужно держать пост смиренной душой, вспоминать о Иерусалиме и святом храме, которые были разрушены. Анламалы кына агламалы, кыналар окумалы, нужно плакать и читать кинот, это траурные песни, да, Машиах гелинже дек, до того времени, как придет Машиах, до того времени, как придет Мессия. Машиах гиддиктен сона, после того, как придет Машиах, Мессия, Алла Та'ала бу гюндерни бизе муэд гюндери гиби и гюндер эдеджектер. После того, как Мессия, то Господь сделает эти дни праздничными днями. То есть те дни, которые мы постились в Галуте, в изгнании нашем, Господь их превратит в праздничные дни. Ничик Язелгандер, Хо ама Адонай чом гаревии вегомер, это здесь цитата, которая приведена из Торы, Булай айти Адонай оручу ол дурдунджи айнин, так сказал Господь, пост 4 месяца и пост 5 месяца, да оручу ол дешинджи айнин, да оручу ол еденджи айнин, и пес и пост 7 месяца, да оручу ол онунджи айнин, и пост 10 месяца, болурлар джемаатина йогуданин, будут для общины иуды, севин некеде, радостью биен некеде, и радостью и радоваться и веселиться и весельем, яхши муэдлере лерге, превратятся в хорошие праздники, да ол кёну ликни, да ол эсен ликни севенес, и возлюбите правду, кёну ликни это правду, и мир, эсен ликни, возлюбите правду и мир. Ну, на этом мы закончим наш урок. И, естественно, что если у вас какие-то вопросы, то задавайте их сейчас. Пока что мы закончили 2 вопроса из книги Мордехая Казаса. И нам, в принципе, остался только 17-й вопрос, он является последним в этой книге. Если у вас какие-то вопросы по этому уроку или по предыдущим урокам, да, пожалуйста. Да, Шавото, здравствуйте. Да, у меня вопрос. В отношении приготовления еды в Йом-Тов, праздник,
В караимской практике он от существующего огня, зажженного до праздника, накануне праздника, как это вообще происходит, именно сжигание, там, допустим, разжигание печи и подобные вещи? Ну, смотрите, во-первых, по караимской практике, религиозной практике, да, то есть считается, что нужно приготавливать пищу огнем, который был зажжен до праздника, да. То есть, если это печь, да, то ее нужно зажигать до праздника. Вот, если такого не находится, то есть, в каких случаях, там, когда праздник выпадает после субботы, допустим, в субботу, если не сохранилось огня, то есть, в принципе, огонь может сохраниться, и с этого огня можно взять огонь для того, чтобы приготовить пищу, но если по каким-либо причинам этот огонь не сохранился, то можно взять огонь у соседей, то есть взять, допустим, какую-то деревяшку, поджечь ее там у соседа, и потом перенести ее к себе и поджечь у себя там, допустим, ту же самую печку, чтобы приготовить пищу. Ну, как бы я имею в виду строго религиозный обычай, да, то есть сегодня, когда есть электричество, то есть как бы немножко по-другому смотрят на все эти вопросы, то есть с появлением электричества, то есть считается, что когда включается, допустим, электрическая плита, то как бы уже как бы берешь огонь от соседа, то есть электричество ты получаешь от соседа, поэтому как бы в этом смысле как бы есть продвижение, в смысле более светский подход сегодня существует. А электричество в шаббат, допустим, ну я не говорю про готовку, само собой это запрещено, но а лампочку включить, выключить, там какие-то такие вещи, кнопка опять, там. Электричество в шаббат тоже есть как бы новый подход, хотя в принципе в религиозной традиции, в строго религиозной традиции пользоваться электричеством запрещено, потому что оно вырабатывается не евреями в шаббат или нерелигиозными в субботу. То есть, в принципе, я как делаю, я заряжаю, есть такие лампы на аккумуляторах, да, то есть на аккумуляторах, то есть их заряжают в течение 6 дней, потом выключают из розетки, и они горят в течение 24 часов. Минорат Хирум называется на иврите, то есть у нас такие продаются, такие, внутри стоят аккумуляторы, они заряжаются, и потом эти аккумуляторы разряжается в течение шаббат. То есть как бы в этом случае я не пользуюсь электричеством, которое вырабатывается в шаббат. То есть как бы оно собирается в течение недели, и в шаббат оно разряжает просто этот самый аккумулятор. Да? Ну, в принципе, есть люди не такие религиозные, как я, и которые, в принципе, просто делают шаон шаббат, то есть это часы, которые реле, которые по часам включают или отключают свет. То есть они, допустим, устанавливают это реле, чтобы оно, скажем, выключило свет в 9 или 10 часов вечера, а потом включило этот свет, скажем, в 5 или 6 часов утра, потом выключила 8 часов утра. Ну, то есть такие электрические реле, которые существуют в Израиле. То есть есть такие реле, которые не столь строго соблюдают, и они как бы пользуются этими электрическими реле. Опять-таки, но в любом случае разогревать пищу в шаббат запрещено. То есть, в принципе, как и выйти из этой ситуации, я, допустим, кладу. То есть утром мне нет проблемы съесть там что-то холодное или там рыбу с яйцом сваренным и с салатом, это даже, в общем-то, даже приятно. Воду я сохраняю в термосе. Термос сохраняет в течение 24 часов. Если хороший термос, нужно покупать, естественно. Есть такие термосы, которые не сохраняют тепло. И нужно выбирать еще термос качественный, чтобы он сохранял тепло. И в течение 24 часов есть горячая вода, которую можно выпить, чая горячего и тому подобное, и даже сделать растворимый кофе на этом кипятке, который сохраняется. Вот. Ну, днем я выставляю просто еду под
стеклянным колпаком на солнце, и в течение там получаса эта еда под солнцем, она как бы немножко прогревается, и можно ее есть в холодном виде. То есть вот таким вот образом существуют разные. Ну, когда-то еда, чтобы она сохранялась вечером, вечером в теплом виде, ее сохраняли под, в разных одеялах, складывали, да, то есть в пятницу приготовить еду, чтобы она была вечером еще теплая, когда приходят с хиноста, значит, для этого ее окутывали одеялами, ну, сегодня есть разные, и термостат тоже для еды, который тоже можно сохранять еду в теплом виде. Вот, то есть разные есть приемы для того, чтобы сохранять пищу в теплом виде и совсем не обязательно ее разогревать для этого. Спасибо. Ну, на все, да? Вопросы исчерпаны? Все, тогда мы завершаем наш урок. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо.